В нашем городе на Пионерском проспекте открылся новый сказочный парк детских аттракционов под названием «Солнечный остров». Здесь ребятам есть где разгуляться. И маленькие паровозики едут по железной дороге, и карусели кружат малышей. Есть даже машинки и колесо обозрения. Парк напоминает волшебный, будто карамельный городок. Здесь установлены 8 современных аттракционов, прокатиться на которых могут не только малыши, но и подростки. Сказочные герои и персонажи мультфильмов Диснея. Знаменитые тачки, горки – все это в детском парке «Солнечный остров». Все без исключения аттракционы прошли проверку на безопасность. Развлекательные игры с участием сказочных персонажей любят все малыши. В этом парке с ребятами занимаются профессиональные аниматоры, имеющие большой опыт работы с детьми. Каждому ребенку уделяется внимание. Всем будет весело и интересно, никто не будет скучать. Пока дети играют, родители могут отдохнуть. Здесь установлены лавочки, работает кафе. Все в едином стиле. На территории парка можно полакомиться сладкой ватой, воздушной кукурузой, мороженым, газировкой. Новый детский парк на Пионерском проспекте будет радовать жителей и гостей курорта весь летний сезон. Мне тут все нравится. Я каталась на аттракционах, здесь весело. Детям тоже, видно, нравится, и мне нравится очень. Все очень нравится. Я уже на гусенице вот это ездила. Мне тоже очень понравилось, интересно очень. Мне очень понравилось. Здесь можно тараниться, кататься, с друзьями ездить, гулять здесь. Мне понравился этот парк. В общем, если сводите летом детей в парк аттракционов «Солнечный остров», не пожалеете. Кроме вестибулярного аппарата, здесь они развивают фантазию. Малыш представляет себя и пилотом самолета, и гонщиком на мотоцикле. Он рулит и кружится с остальными участниками дорожного движения на настоящей машине. Прокатиться с ветерком можно и в велогородке. Здесь размещены знаки и есть дорожная разметка. Все это открывает огромные просторы для воображения, да и просто хорошие эмоции от новых необычных ощущений еще никогда никому не вредили. А лето как раз та самая пора, когда хочется получать их в избытке.